Акция «Георгиевская ленточка» – это эстафета от прошлых поколений к нынешнему, народная память и уважение к подвигам дедов и прадедов. И носить георгиевскую ленту нужно правильно. В преддверии 9 мая на базе клуба здоровья Центра внешкольной работы прошел традиционный обучающий мастер-класс для воспитанников школ города. Важно не столько рассказывать о ленточках, сколько просто делать акцент на памяти, о том, что прежде всего мы должны передавать ту самую память подрастающему поколению. Да? Это тот самое чувство патриотизма, гражданственности. Это частичка Родины, о которой мы должны говорить, особенно в настоящее время. На мастер-классе волонтерам рассказали, что цвета георгиевской ленты выбраны не случайно. Оранжевый – это цвет пламени, черный – дыма. Они служат символами страшных лет прошедшей войны. Также волонтерам напомнили, как правильно завязывать георгиевскую ленту тремя способами – петелькой, крест-накрест или бантом. Узнал, где можно, где нельзя носить георгиевскую ленточку, как много способов, как приделать, с какой стороны ее правильно носить. Узнал, какие слова говорят при раздаче георгиевских ленточек. Акция «Георгиевская лента» проводится с 22 апреля по 9 мая. Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте Центра внешкольной работы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.